Якщо починати наші екскурсії з будь-якого боку їдуть, з Києва, з Чернігова, який має вже не одну сотню років історії. Він був збудований, висвячений і почав уже в ньому правитися у 1775 році. Старинний храм глазами харківчан. Село Повстин. У храма є і портики, і колоннада. И не одна колоннада. Обратите внимание, на колоннах такие дощечки прибиты. Такое не везде есть. В 1852 году этот храм был перестроен. Михайловский храм имеет историческую и архитектурную ценность как образец деревянной старинной церкви. Этот храм как памятник зодчества 18 века. Редкий деревянный образец. Настолько торжественная архитектура, которая не сравнится с теми старинными храмами, которые, например, располагаются на Киевщине. Внутри в храме очень необычно. Старинные рушники, старинные картины, замок. Посмотрите, какой замок. С 1899 года при церкви действовала церковно-приходская школа, одна из двух в Пирятинском уезде. Обратите внимание, вся церковь деревянная и снаружи, и внутри. Она непростая по архитектуре. Колонны, входы. Давайте насладимся красотой. Перед нами старинная церковная книга. Настолько старинная, обратите внимание на странички, пропитана историей и божеством. Есть иконы из бисера, есть иконы на коврах, очень интересно, есть просто вот как это, старинная. Если вы ценитель истории и архитектуры, обязательно советуем посетить этот храм. До встречи!